вместе. Запомним этот день, 14 марта 2024 года. Капсулу времени заложили в основании строящейся школы на 750 мест в Заречье. Сейчас послание надежно закрыли памятным камнем, но спустя несколько десятилетий его прочтут потомки. Здание образовательного учреждения будет Ш-образной формы, общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Это 46 классов, это актовый зал на 290 мест, спортивные залы, IT-зоны, читальные зоны и прочие помещения, которые рассчитываются на таких объектах современных, как школа, которую мы строим. Лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет кулинарии, а также уникальная площадка для изучения полевых и овощных культур. В отдельной учебно-опытной зоне для детей создадут ягодный питомник. Ученики смогут заниматься биологией и слушать лекции на свежем воздухе. Уверен, что эта школа будет кузницей наших талантов, настоящих патриотов и будет воспитывать достойных граждан нашей страны. Строительство школы планируют завершить в третьем квартале 2026 года, чтобы уже в День знаний вместе с учениками, их родителями и педагогами провести здесь первую торжественную линейку. Карина Гиряшева, телекомпания «Одинцова».